Всем доброго времени суток. Сегодня мы с вами вяжем имитацию подъемки. Вяжем сегодня на необычном крючке, а на джиговом. Мушка состоит у нас из трех элементов. Она достаточно простая. Это тело мушки, крыло и ножки. Тело мушки мы уже подготовили заранее. Вот я связал несколько заготовок уже. Как отдельно связать такое тельце для подъемки, у меня есть видео. Ссылку я оставлю в описании. А сегодня мы с вами всего лишь соединим все это вместе. И я напомню вам, это будет всего лишь три элемента. Хвостик, тело, точнее тело, крыло и ножки. Что ж, приступим к монтажу. Для данной мушки я буду использовать джиговый крючок от фирмы Arex серии FW551 14 номера. Устанавливаем в губки тисков. Устанавливаем таким образом, чтобы у нас был доступ к данной плоскости цевья. Монтажная нить у нас будет белая от Semperfly на носилках 18.0. Фиксируем монтажную нить. Излишки отрезаем. Монтажную нить отводим немного назад. И фиксируем тело нашей будущей мушки. Фиксируем строго по верх цевья, по оси, чтобы у нас не было перекосов ни вправо, ни влево, и не было сворачиваний. Подносим к точке крепления и фиксируем. Проверяем, чтобы все было параллельно оси цевья. Закрепляем как следует. Излишки отрезаем аккуратненько. И немного можем это дело все, остатки материалов промотать. И монтажную нить уводим немного вперед. Сейчас для того, чтобы закрепить тело мушки более основательно на цевье, мы можем воспользоваться капелькой суперклея. Я буду использовать суперклей от фирмы Gulf Minuteman. Добавим капельку и закрепим это все основательно. Далее приступаем к установке крыла мушки. Крыло мушки будет выполняться из меха косули. Берем пучок меха, очищаем от подшерстка. И помещаем мех в ступку, чтобы выровнять его по кончикам. Выровняли мех.
Отмеряем длину. Длина будет примерно равняться длине тела. Вот, примерно, чтобы было вот так. Перехватываем примерно точку крепления. И отрезаем все кончики так, чтобы у нас осталось примерно за точкой крепления, ну, где-то миллиметр. Монтажную нить примерно вводим в эту точку. Подносим мех к точке крепления, набрасываем петлю. И начинаем потихоньку затягивать и пропускать монтажную нить через мех. Вот такое у нас получается с вами крыло. Все кончики поднимаем теперь наверх, монтажную нить переводим ближе к колечку, делаем пару фиксирующих оборотов и аккуратно вводим монтажную нить под тело на цевьё. Теперь нам надо будет немного сменить позицию крючка для удобства и переставить его. Поменяли расположение крючка, зажимы губок тисков, монтажную нить перевели на цевьё. Немного уводим монтажную нить назад, совсем чуть-чуть на то расстояние, где у нас будут выполняться ножки-мушки. Ножки будут выполняться также из меха косули. Для этого нам потребуется клипса. Такая пятиджановская. Помещаем кончики меха в клипсу и потом уже в дабинговую петлю. Сейчас с вами разделим монтажную нить. Добавим с вами липкую ваксу, чтобы у нас сильно мех не убегал. И вставляем сам мех в нашу дабинговую петлю. Можем с вами поправить. И можем теперь скручивать монтажную нить. Скручиваем монтажную нить и сам мех. Я кручу по часовой. Закручиваем как следует. Такая получилась у нас с вами дабинговая петля с мехом косули. Сейчас можем поправить остинки все в этом направлении, подмять их вот таким вот образом.
и начать формировать непосредственно сами ножки. Мотаем по направлению колечку. Домотали до конца, поправим немного вниз, и монтажную нить можем перевести обратно на колечко. Здесь также можно сделать несколько еще закрепительных оборотов. Поправить крючок в более удобное положение. Взять узловяз и сделать финишный узел. Два, три, на четвертый сделаем. Достаточно. Монтажную нить можем удалить. Для крепости узла я добавлю суперклея. И теперь поправляем ножки. Убираем их все наверх. Немного не попутались, но ничего. Поправляем, поправляем. И опять же теперь с вами для полной уверенности добавим капельку суперклея в основание вот этих ножек. Поправим крыло. Сейчас поправлю камеру. И по завершению у нас с вами получается вот такая вот имитация поденки на джиг-крючке. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось данное видео. До новых встреч!